Беглый генерал Серик Кудебаев мог уйти в Кыргызстан через горы. Официальные пункты пропуска через границу он не пересекал, заявляют в КНБ. Сейчас пограничная служба ведомства ищет возможное место пересечения. Экс-начальником департамента полиции Алматинской области рассказал ее глава Ерлан Алдажуманов. Напомню, фигурант дела по январским событиям Кудебаев сбежал из-под домашнего ареста. Его объявили в международный розыск. Если вы понимаете прекрасно, государственная граница Республики Кыргызстан составляет более 1200 километров. Быть точнее, 1257 километров. Значит, на алматинском направлении у нас горный массив Алатау. Я думаю, что в принципе при желании и отсутствии, скажем, на данном направлении технических средств охраны государственной границы, если поискать, то возможно, может быть, и есть возможность пересечь государственную границу.